Всем привет, вы на канале Chef Games, меня зовут Олег. Спасибо вам за вашу подписку, комментарии, лайки. Это помогает продвижению моему каналу и в том числе мне. Мы продолжаем с вами играть в Skyrim. Скажу честно и откровенно. Ну, сравнить мне, в принципе, графику, да, обновленную в этой модификации от беседки, сложно, затруднительно, потому что я давным-давно играл на старом железе, на старой видеокарте, которая ни черта не тянула, и поэтому, по факту, детализация была слабая, и я скажу так, что вот сейчас на новом железе, на новой видеокарте, на максимальных настройках, что-то разницы-то я особой и не замечаю. Честно сказать, мне по барабану. Игре 10, больше, наверное, уже 10 лет. Поэтому требовать что-то от этой игры, кроме как самого геймплея, смысла, да, самой прокачки, вообще всего от Скайрима, что чем и является Скайрим, более не стоит. Я видел вот эти вот сборки модификаций, которые являются по факту какой-то мыльной историей. Ну, на самом деле, просто мыло полнейшее. Да, там, конечно, красок вырвиглазных прибавляется. Но ничего такого сверхъестественного я там не вижу. Скайрим и сейчас, 10 лет спустя, смотрится достаточно современным. Да, старый, конечно, движок. Но это и плюс. Дождемся шестых свитков, да, на Engine 5. Вот и посмотрим, вот и сравним, как это должно быть, грубо говоря, Skyrim на максималках. А сейчас мы просто кайфуем, ребят, с вами. Кайфуем. Мы просто играем в лучшее, что было у беседки, я думаю. Ну, можно еще сюда отнести, конечно, Fallout, который я тоже хочу пройти. Но там тоже, грубо говоря, просто сюжетка, по факту. А движок тот же. Так, ладно, все, беготней заниматься не будем. Сейчас мы будем проходить миссии. И миссии я хочу подразрядить конкретно вот что-то из разного. И исследовать место под названием пещера Щетина Спин. Цель поисков — стальной меч усталости. Почему бы и нет? Идем. Где он находится? Не понял. Вот вообще сейчас не понял. А почему нету... Почему нет отметки на карте? Опять глюк какой-то. Ну, ребят, ну не без глюков. Ладно. Эта миссия пока отменяется. Пещера Щетина Спин. Ладно, мы найдем ее позже, я думаю, в любом случае. Так, обследовать север туманной заставы. Давай. Во! Отлично. Смотрим, где. Где она? Блин, хоть убей, не вижу. А, вон он. О, это... Это путешествие длиною в жизнь. В любом случае, идем. Идем и раскрываем постепенно карту. Она нам пригодится в быстрых путешествиях. Почему бы и нет? Что, чем я занимался за кадром? Ну, обставлял свой дом у озера. Просто тонну ресурсов нужно для этого. Кучу всего продал, кучу всего купил. Поэтому, в принципе, и все на этом.
практически только этим занимался. Сварганил себе серебряный меч и ловлю душ. Я тебя прикрою. Да, иди ты. И прокачал полностью золотую броню. До качественной. Все, шлем, кирасу. Оп, на четверочку у меня теперь серебряный меч. Но у меня, по-моему, камней душ сейчас нету. Я их все продал. Оп. Да, камней душ нету. Тогда на тройку. Идем и потихоньку раскрываем все локации. Проходить я их пока не буду, потому что много локаций. Опа. Ого, не так быстро. Ну тут разбойнички, да? Ты где? Оп. Оп. Что за спешка? Какая спешка? Ты о чем? Так, ладно, здесь ничего интересного. Туда заходить я пока не буду. Потому что может быть очередной... Так, какая-то записка. Ладно, давай читанем. Читанем, чита-чита. Читанем записку. Чего? Твои выходки мне надоели. Слушай, ну никакого задания не появилось, поэтому... И бог с ним. Новичок. Да, я вам так скажу, этот домик у озера прокачал меня нехило аж до 20, по-моему, 2 уровня. Потому что я столько крафтил, столько всего делал, то даже и не счесть. Так что это выгодно, обставлять свой домик. Так, там какая-то медвежья лапа, бог с ней. Не горит. Пишите в комментариях, кто как отметил Новый год. Может быть, кто-то... Допустим, на Эльбрус поехал отдыхать, на лыжах кататься. Я не знаю, правда, есть там сейчас снег, нет? Кстати, мой домик, да? Вот башня есть, а толку от нее нет. 2 этажа нет. По факту башня вообще пустая. Так, смотрим. В эту сторону я еще много чего не открывал. И это еще самое начало Скайрима. Так, там пещера рядом. Здесь камни тоже рядом. Давай-ка мы с тобой до камушка дойдем. Что у нас за камушек? Давай его раскроем. Что за писец? Кто говорит? Пошел ты. Мой камень. Ни шагу больше. Ох ты ж. Злокрыс, а? Да, иди. Не понял, где он? И все, он, короче, свалил, да? Так, окей, что это? Знак ритуала. Давай сразу
Заберем. Постная. Ничего больше нету. Тут что? Костная. И завалим его. Где ты, братан? Да не вопрос, давай. Хе-хей! Бах! Все, готов. Адепт. Неплохо. Ой, ну одеяние некроманта. По сути, стоит как двимерский. Ладно, кинжал. Хорош, пошли вот в эту пещерку. Где она? Где-то рядом. Так, серозимняя застава. Ай! Угу, хорошо. А мне куда идти? А мне идти в другую сторону. Ладно, все, погнали. Идем пока по заданию. Кстати говоря, по-моему, у меня там еще заданица путь паломника. Ну-ка, карта не там ли? Так, это пещера. Туман застава. Нет, далеко еще. Очень далеко. Рифтон. Пока посмотрим, может быть и раскроем. Посмотрим, как пойдет. Пока идем разбираться с этой заставой. Угу. Не сказать, что сам Скайрим вот сам по себе, он некрасивый. Он красивый, когда хорошая погода, когда нет зимы такой, как в Винтерфейле и так далее. Ну, конечно, на современную игру она уже не тянет. Но не за это любят Скайрим, не за это. Так, а там что? Ладно, туда не пойдем. Может быть, как-нибудь. А, ну там крипта. Нам в любом случае идти дальше. Сейчас вот этот вот мост зачистим. Башни Валтей. Стой. О, ты кто такая? Платная дорога. Грабитель. Расшеливайся. С тебя 200 золотых, если да... хочешь пользоваться нашей дорогой. Да ты очумела, что ли? Ха, смело болтаешь. Только мы твои кишки сколько ага. дерева намотаем. Ну давай. Попробуй. Надо? Да хорош, а мощный. Так. Что-то вы бедники какие-то. Требуете 200 золотых. Ну где ты? Оп. Какой ты мощный был когда-то. Так, хорош. Да. Картинка, конечно, так себе. Мимо проткнуть. Ну ничего. Еще раз говорю, не за это мы любим Скайрим. Опа. А что должно? Двемерский шлем. Заберем. Да ё-моё, я опоздал. Комод. Одежда, понятно. Куда? Стоять! Не падай! Стоять!
Убегает он от меня. 205 хотел у меня улететь, а? Хорош, две мерзкая булава заберем. Урчик, кинжал не хочу. О, тюх-тюх-тюх. Чуть вместе с ним не улетел. Так, кто там? А. Непонятно. Сегодня смотрел прохождение Старфилда одного там товарища. Рассказывает, что это все не то. Я с ним полностью согласен. Фигня еще та. Все так ждали Старфилда, а в итоге выкатили такую дрянь. Это просто вот даже по-другому не назвать. Одни и те же локации, просто взяли копировать, вставить. Это жесть. И вся планетарная канитель, вот так она и выглядит. Это жесть, как она есть. Зачем так делать, я не понимаю. Для кого? На кого это было рассчитано? На америкосов, я думаю, которые любят однообразную ерунду играть. Одни и те же планеты, одни и те же задания. Короче, все одно и то же. Руда. Это мы сейчас на обратном пути цапнем. Железо мне нужно для того, чтобы обставить тот дом большой. Просто, ну очень много. Так, заберем. Не знаю, чеснок мне нужен. Мне кажется, от него толку никакого. Че это? Ничего. Так, княженцы. Тихо. Я это уже, по-моему, точно все читал. Так, ладно. Камон, есть что? Ну, это прям рванина какая-то. Опа, сундук. В общем, Старфилд совершенно не стоит своих денег. Кожаная броня разведчика. Прикольно. Прикольно. Такую еще штуку не видел. О! Сундучок, давай, бабульки. Хорош. Эльфийский боевой молот злобы. Так, если противник заполняет камень душ. О, как интересно. А почему злоба-то? Эльфийский боевой молот злобы. Блин, 28 килограмм он весит. Я его в любом случае заберу. Если что, продам. Одеяние адепта. Ух ты, магия на 100% быстрее. Заклинание 17. Неплохо. Так. Что еще? Это винишко. Это мне не интересует. А вот зелица. Зелица нужная вещь. Да, это меня уже ничего не прибавляет. Тумбочки. Тумбочки я тоже обыскиваю в последнее время. Что-то может там быть. Хорошая застава. Прям прикольная такая. О, крыша. Ага. Нету сундучка никакого. Заныканного. Все. Нормуль, идем. Так, где выход-то? Что-то я запутался, вот. А, я тут собирался руду добыть. Смотрю, точнее посмотрел сейчас до 8 серии сериал. Монарх называется. Это про Годзиллу продолжение. После того, как... Где он там?
фильм-то был. Здесь ничего нету? Ничего нету. Я, кстати, фильм не видел. Фильм не видел, но вот этот сериальчик затянул меня. Интересный. Японско-американский. В общем, можно посмотреть. Я так, между делом, пока видео монтирую. Ой, блин. Посматриваю. Сериальчики. Ну вот и нет ребятишек. Так, мимолетом шли. Ну, они слабенькие, новички. Мы же уже не новички. Грибочки. Грибочки надо взять. Так что сериальчик прикольный. Но надо в любом случае саму Годзиллу посмотреть. Как он там американский город разносил. Сан-Франциско, что ли? Где этот мост подвесной? Так, что тут еще за пещерка? Что за пещерка? Где она вообще? Не понял. Опа, глубокая тень. Окей, ничего не вижу. Где я вообще нахожусь? Так, ладненько. Раскрыл. Локацию пусть будет. Что, нам далеко еще идти? Ой, как далеко. Ну ладно. Идем дальше. В принципе, пока получается дорога, ну, грубо говоря, одна. Так, что тут этот? Великанчики, где они? Седловая скала. Название-то интересно, кто у них там придумывал эти названия. Он стоит, братан. А еще есть лесопилка. Где-то рядом. Так, где ты? Где ты, волчара? Так, возьмем шкурки. Шкурки пригодятся. Так, а это уже интересно. А где я? Что тут скала, кстати? Ага. Железорудная. А, вон оно как. А, пум-пум-пум. Куда идти-то мне? Непонятно. Куда идти, непонятно. Добудем. Добудем железной руды. Почему бы и нет? Если есть жила, надо ее добыть. Тем более это быстренько все происходит. Так, с какой стороны мне пойти? Давай вот здесь пойдем. Вообще, в принципе, без разницы. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сломал ноги. Так, тут мост. В принципе, пойдем здесь. Напрямую. Тихо. Собаки, а?
О, блин. Великанчики стоят. Ребят, я вам тут не помешал? Вы же не побежите за мной, нет? Ой, блин! Не-н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 е. Ничего, успокойся, да, все. Да, я одного великана завалил. Так, еще какой-то камень силы есть. Не так далеко. Еще пещерка есть и шахта. Шахта — это хорошо. Шахты я люблю. Там можно всегда надыбать. Так, святилище великого древа. А ну-ка, пошли до шахты еще добежим. На, темно, конечно, неприятненько. Какие-то пустоши. Балда, идешь за мной, нет? А, иди его. Странно, что без факела. Она любит с факелом побегать. Так, ладненько, что тут, где шахта? Черный брод. А почему она показывается как шахта? Или есть тут что добыть? А, ну это целиковый, да? Путешествуешь? Он неплохой. Ух ты. Довелось тебе мир повидать. Так, что у вас тут есть? Сен борется с драконами, а мне что досталось? Караульная служба. Корундовая руда. Блин, если там реально корундовая, мне сейчас она не нужна. Так, идем дальше. Открываем камень силы. Это по-хорошему надо с каждым разговаривать, выяснять, что там у них не так. На это надо время. Этим мы уже будем заниматься, когда пройдем много чего. Так, и чё, где камень-то? А, вот он. Ах, вот он. И что это? Камень Атранаха. И чё он делает? Поглощает часть магического урона. Имеет большой запас магии, зато медленнее ее восстанавливает. Ясно. Язык дракона заберем. Так, светлячки, ну-ка, сюда иди. Оп, оп. Все, идем дальше. Тут пока не особо интересно все. Далеко я? Да, я уже дошел. Какая красота. Не прошло и года. Так, чтобы не пошло что-нибудь не так, запишемся. Ну, я на месте. Опа, Таямбала. Ты кто такой? Ай, а больно было. Так, убить. Да блин, ты что творишь? Ёкарный. Ладно, бог с ним. Хорошо записался, а я прям как чуял, что будет жестко. Блин, как мне достали эти маги. А, почему я меч не вытащил, я что-то не пойму. Так, давай-ка мы с тобой для начала подготовимся. Каменная плоть. Оп. Хорош. И... Да хорош, что, дракон, что ли? 250-200. Я тебя уничтожу. Так, окей, давай. А чё? Блин, реально дракон.
Ты сквозь камень пробиваешь, что, балда, что ли? Ладно, пошли. Ай-яй. Оп. Давай, давай еще, давай, давай, хорош. Тихо. Записки надо найти, да? Сюда иди. Фу, блин. Не успел. Скелет. Костная. Так, ладно, это мы заберем. Это и отдадим. Ты живая там, Вась? Вроде живая. Давай-ка сначала посмотрим. О, эльфийский меч. Эльфийская броня. Железный меч душ. Так, очищенный лунный камень. Забираем. Что у тебя еще есть? Что это такое? Стержень. Это что? Янтарь. О, живица. Живица, поживица. Отлично. Что еще? Блин. Стоять. Лунная руда. Да что ты творишь-то, а? Так, безумная руда. Книжка. Ну-ка, ничего не дает. Плохо. Черный камень душ. Берем осколки нафиг. И как-то... Золотая руда. Неплохо. Да что ты за дурной такой? Че, блин, происходит? Так, соль пустоши. Берем. Эбонитовая руда. Отлично. Ну, слушай, неплохо, неплохо. Смотрим, что у тебя есть. Дневник есть. Отмычки. Фартук кузнеца-волшебника. Навыки улучшения оружия и брони увеличиваются на 20%. Улучшение оружия и брони. Улучшение. А. Прикольно. Ботинки. Так, амулет Акатоша. По-моему, у меня есть. Железный кинжал. Все. Сейчас читанем. Наковальня. Слушай, она тут нормально. Она тут нормально осела. Цвет свечи. Мне все-таки интересно, ничего я тут не пропустил полезного. Дремлевский меч трусости. Берем. Порочий меч. Да тоже берем, пригодится, продадим. Что еще? Опа! А! Молодец. Вот для чего нужна подруга боевая. Так, 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 так. Хорошо. Здесь ничего не вижу. Ага, вот есть что-то. Так, огонь. Зелье, зелье. Эбонитовая руда. Лунная руда. Слушай, молодец. Бабонька, молодец. Отшельница. Ну, скорее всего, все. Давай читать предметы. Что это? Это я уже, по-моему, читал. Вот этот. Да. Прочесть дневник. Да ладно. Я знаю все о вас, янтарь, безумие мне известны. Секреты, янтарь, светящийся оттиск, так, чего-то там, мрачные доспехи кинули мне эти загадки. Так, дойти бы до эбонитовых доспех, красота была бы. В отчаянии мне пришлось, так, теперь я буду обыскивать леса и могилы.
Загляну в самое око. Обливина, если потребуется, но найду вас. Мне пришлось прибегнуть к магии, чтобы превратить эти приземленные материалы в равные. Что-то из кузницы вышли броня и клинок. Как мне хотелось создать достойную пару. Но они разочаровали меня. Они не стоят крупицы вас. Безумие. Так, как... Короче, я так понимаю, янтарь и безумная руда. Что-то там с эбонитовыми доспехами делают. Более мощные, что ли. Да черт ее знает. Дойдем до эбонитовых доспехов. Кузни. Там тогда и видно будет. В общем, тут все. В общем, тут все. У меня нет еще эбонитовых. Я их еще должен раскрыть. А до этого еще далеко. Так. Ну хорошо. Теперь смотрим следующее задание. Что мы с вами дальше попробуем найти? Так. Ну, вот этот можно, да? Межконечная пещера, зеленая тень. Ну-ка. Да, почему бы и нет? Как раз там дракончик. Так, смотрим далеко. Ой-ё. Ой-ё. А, ну, в принципе, не так далеко. От Талмарского посольства дойдем. Два шажка. Сейчас следующее задание выполним. А? Ну, конечно же, он на краю вселенной, блин. Даже обойти невозможно, а? Мне просто надо было с правой стороны идти. Ну, ладно. Чего ж теперь поделаешь? Пойдем найдем. Пойдем найдем. Эту пещерку. Где она? Воу-воу-воу. Атмосфера Скайрим. Бах. Бах. Еще пол ноги сломал. Бах. В смысле? Оу. Так. Пещера зеленая тень. Ай-яй-яй. Где она? А, вот она. Так, ничего тут нету? Это кто? А, никого. Ну, погнали. Зеленая тень. Опа. Угу. Так, идем. Смотрим, что тут имеется. Что-то там, по-моему, какой-то меч мне надо, да? Выцепить. Первый раз вижу что-то подобное. Ой, сейчас эти зеленых тварей, наверное, будет тут просто тьма. Либо нет. Либо просто красотень. Так, а что мне? Куда идти? Вот сейчас не вкурил.
О, какое дерево. Мощнецкое. Эй. Сюда иди. Куда ты побежал-то? Да ты чё, мимо... меня бегаешь. Раз. Давай. Покоился. Где еще один? Без волков тут, конечно, никуда. Опа! Ха-ха! Йоу! Вот это меня сейчас, конечно, размотают тут, блин, заразы, а? Тихо. Так. Зелюшки. Сильное, слабое зелье лечения. Берем. Так, поехали. Медведь, успокойся. А медведь-то непростой. Тихо. А, восстановление здоровья взяли. Повышение, регенерация. Так. Лечение. Ага. Хорош. Старигон, все, ушел. Блин, чё не вечно воскресают? О, медвежьи когти и шкуры. Это я могу уже... А, все, не надо. Это я могу уже сварганить себе там чучело дома. Тоже неплохо. Так, лечение берем. Поехали. И новый уровень. Нет? Нет, еще не дождетесь. Новый уровень еще не скоро. Прикольно. Так, я говорю, зеленых тварей здесь тьма. Она еще и прозрачная. Так, да ё-моё! Да как так-то? Еще разок. На. Конечно, они как бы считаются защитниками леса и тому подобное. Типа того. Как бы их убивать нельзя. Или не нужно. Или еще чего. Воу. Тихо. Прикольно. Мне сюда. Так, светящийся грибочков соберем. Может, я с них светиться буду. Оп! Оп! Завалил ее! Красавчик! Еще будет прикол? Еще разок встаешь? Да блин! Улетела. Так, погнали дальше. Что-то не жил тут никаких нет. О, еще один медведь. Оп. Так, медведь, прекрати. Еще медведь. Еще с ума сошел. На. А. Так. Эй, какого лешего я помер? Блин. Эффектно она ползет. Теперь ты поплатишься. Так, где эти два медведя? Иди сюда. Воу. Следующий. Я тебя убью. Так. Я...
Опа! Сколько вас тут? Давай! Давай! Так, зелюшки. Сильные. Запаса сил, да? Да. Хорош. Эх, ее пополам разрубил. И что-то я в теле медведя оказался. Ага. Все. Красавчик. Сундучила вижу. Дай бабочку, бабочку. Куренирная. Еще один куренирная. Бабочка. А, нет, это... Так. Крохотный камень тут. Да уйди ты! Так. Зелюшки. Ну, давай. Шлем. Кого? Настера. Кто это? Золото. А, все, вспомнил. Золотой слиток. Круть. Слиток проклятия нежити. Снадобье кузнеца и... Ха! Призванный Даэдра вплоть до 12 уровня изгоняется обратно в Обливион. Классная тема. Ну, в общем, миссия можно считаться законченной. Теперь просто отсюда валим. Тут нам делать нечего. Горноцвет. Да ты прыгнешь, нет, сегодня. Так, ладно. Как бы теперь идем отдавать шлем. Где там выход? Ух ты! Вот это огромные тут кости. Симпатично, конечно, симпатично тут. Вот вам локация. Вот вам локация. Не похожа ни на одну. И миссия не похожа ни на одну. Красота. Валим. Ну, коротенькая, зато прикольненькая, красивенькая. Целую кучу всяких прибамбасов собрал. Так, куда там мне... Куда там мне идти-то? Где эта точка? А, Солитьюди. Окей. Ну-ка. Медика не найдет? Ой, шлем. Глянь-ка на него. Настоящая нордская работа. Я покажу тебе старый прием, который выучил в бытность разведчика. Так. Врагу будет труднее тебя обнаружить. Скрытность. Скрытность. И новый уровень. Неплохо. Неплохо. Лучше оставь меня в покое. Одевай свой шлем. Новый уровень. Новый уровень. Так, 200 запаса сил. 200. 200, 200. Давай еще вкачаем запас сил. И. Зачарование, да? Так, зачарование могу вкачать. Тут что, кузнечное дело? Ничего нету интересного для меня в данный момент. Это еще рана и двуручка. Еще рана. Тогда, да, кузнечное дело. Стоять.
О, блин. Зачарование. Оп. Оп. Хорошо. Нус. И кто такой? Не так уж плохо быть старым. Дочка меня кормит. И работать уже не надо. Красота какая. Да, можно и... Говорят, стражи рассвета набухаться. Это охотники на вампиров или... Так, смотрим, что мы еще можем сейчас на скорую руку здесь пройти. Так, исследование руин. Арканта. Там за это где? Это Форте где? Это не в Винтерхолде случаем? Блин, это, наверное, Винтерхолд, да? Ну, это, наверное, большая будет миссия, и тем более до нее еще дойти надо. Ладно, чё ещё? Чё ещё? Исследовать руины. Так. У коллегии бардов. Узнать о человеке, бродящем коллегии бардов, да? Блин, может, почему? Стоит к ним пойти. Странно. Раз уж мы в Солитьюзе, разузнаем о человеке, бродящем по улицам. О! Да почему бы и нет? Пойдем, найдем, поговорим. Чего не так? В чем проблема? Может, что помочь? Ну, а в следующей серии начнем уже посерьезнее миссии. Сюда иди. Кто ты? Ты мне поможешь. Ты же всем помогаешь, да? Конечно. Это твое призвание. Естественно. Мой господин покинул меня. Покинул своих людей. И он господин. Остается глух ко всем моим словам. Теперь он даже не хочет меня видеть. Говорит, я мешаю ему отдыхать. Так много лет прошло. Ты поможешь нам? Кому нам? Ты не понимаешь. Без него я не свободен. Без него я обречен. Вся его империя погрузится в хаос. Когда я видел его в последний раз, он отправился навестить друга в Синем дворце. Но Ярл слишком пресный человек для него. Нет, к нему бы он не пошел. Он направился в запретное крыло дворца, чтобы поговорить со старым другом. Сказал, что они не пили вместе чаю уже пару сотен лет. Да-да-да. Ах да, тебе понадобится бедренная кость. Она очень важна. Из нее в крыло Пелагии не войти. Понятно. Крыло Пелагия. Безумный ум. Без него я обречен. Я понял. Вся его империя погрузится в хаос. Это в другой раз. Это в другой раз. Безумный ум. Так. Здесь над старым безумцем. Безумцем. Безумец это вот той канители будет, куда я потом пойду. Поговорить с Джарри Ра о возможном задании. Тоже в Солитьюде, тоже пойдем. Может, тут что-нибудь попроще будет. Ты в Солитьюде проездом? Конечно. А ты не против немного заработать? Естественно. Нет? Найти вещи на продажу проще простого. Есть украсть, вещи, наверное, которых никто не хватится. Давно забытые под землей или просто разбросанные
по чьему-нибудь дому. Спорим, что мы с тобой очень похожи. Почему бы нам не пойти дальше? Мы могли бы помочь друг другу. Я и моя сестра Диджа охотимся за сокровищами. Мы любим собирать разные вещи. Так, слушаю. А, я знал, что ты поймешь меня. Из-за войны в порту сейчас настоящее оживление. Сюда приходят корабли с оружием и деньгами, но экипаж на них обычно небольшой. А эти корабли проходят через опасные воды. Есть один корабль, который нас особенно интересует. Бегущий по льду. Он войдет в гавань, ориентируясь на маяк Солитьюда. Но если огонь погаснет, бегущий по льду обязательно сядет на мель. Так, погасить огонь на маяке. Интересная мысль. Думаю, если бы кто-то провернул такое дельце, ему причиталась бы немалая часть добычи. Да, если кто-нибудь погасит огонь на маяке и затем встретится со мной в доках, я с радостью укажу ему, куда направляться за добычей. Так. Кто с моряками? Не волнуйся о них. Мы сделаем так, что их немедленно спасут. Возможно, они даже заплатят нам за чудесное спасение. Ну, можно донести, конечно, а можно выполнить эту миссию. Мы, конечно же... Пока ты не выполнишь свое задание... Нам лучше говорить как можно меньше. Так, ладно, задание. Туши свет. Тушите свет. Куда идти? Куда идти? На маяк. Блин. А как мне туда попасть? Пойдем, чё. В любом случае, мы с вами авантюристы. Поэтому беремся за любое дело. Тем более, 23-й уже. 23-й уровень. Блин, как неудобненько-то, а. Мне надо вниз спуститься. А я могу сразу нырнуть? Или я кирдыкнусь об речку? Ну, в принципе. Тут недалеко падать. Так, ну погнали, погнали, погнали. Склад Восточной Имперской Компании. Хорошо. Устала. Останавливать будешь? Можно на такой арке был город построить, а? Чумить можно. Конечно, с канализацией у них явно нет проблем. А вот со всем остальным? А мадам, ты идешь вы со мной, нет? Фонарики. Так, далеко что ли там этот маньяк? Блин, не близко. Сейчас дойдем до маяка, потушим свет. Оба, ничего себе! Вы чё, пацаны? Ну-ка.
На. О! Захват душ произошел. Отлично. Пригодятся. Да ё-моё, вы чё, прикалываетесь? Куда иди? А, все, больше камушка нету. Клык Харкера. И все. Давай еще клык Харкера возьмем. Так, мясо мне не надо. Так, маяк. Я успею в этой серии-то вообще дойти-то хоть куда-нибудь. Так, лодчонка. Хорошо. Идем на маяк. Еще пещерка тут какая-то. Эту пещерку полюбас надо раскрыть. Где она? Да блин. Грот, соленая вода. Пригодится. Так, где маяк? Маяк. Да хорош, я мимо прошел маяка. Так. Я надеюсь, мне никого не надо там убивать, а? Давай-ка на всякий случай сохранчик сделаем. Маяк. Залетит маяк. Так. Залетит маяк. Оп, наверх. Ну, у нас свет-то в любом случае наверху, правильно? И... Оу. Все, вернуться к Джерри. Валим, валим, валим. Так, вернуться к Джерри. Где-то у меня. Джарира вообще уже вон аж где. Так. Пошли. Угу. Джарира, Джарира. Похоже, у тебя не было особых трудностей. Вообще никаких. И это уже начало сказываться. Бегущий по льду не пришел в порт вовремя. Без маяка бегущий по льду наверняка сбился с курса и сел на мель на восточном побережье. Моя сестра Диджа будет на месте крушения вместе с нашими мародерами черной крови. Она будет ожидать мародеры. Тебя. Так, найти на месте крушения. Посмотрим, может быть, мне удастся задержать патрули. Хм. Карта. Вон аж где, да? Как же это я должен, интересно, на ту сторону перебраться? А это Данстар. Винтерхолд. Весело. 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 Так, ладно. Как раз камушек сейчас. Все говоря, может, это яды в оке? Конечно, а то кто же. Вон стало. Камушки. Что за камушки? Пойдем раскроем. Оп. Не понял. А что за камни?
А, я до них еще не дошел, что ли, получается? Ну, пойдем, дойдем. Опа! Сюда иди, тролль. Хорош. Так, где эти камни? Ё-моё, я все направление путаю. Особенно в темноте гулять. Так, практически дошел. Где он? Где он? Где он? Я не вижу тебя. А, вот он. Так, кто ты? Камень ученика. Что дает? Ученика быстрее восстанавливает магическую энергию, но более уязвим к урону магии. Понятно. Все с тобою ясно. Так, корешок. А, это у меня раскрытое, главное, интересно. Серьезно? Карта. А, я вообще в другую сторону иду. Вот это прикольно. Так, мне вот туда. Там еще крипта. Скорее всего, наверное, я ее тоже раскрою. Так, кто там? Ай, паучки. Так, стоять. Раз, два. Тихо. Так, где еще? Ты что ли? Крабик. Что за... Я был в ней? А я, наверное, тут лазил. Что-то мне сказывается, что я здесь был. Хотя нет. Семья крабиков. Эй, кто? А, неплохо. Зелье магии и золотишко. Немножко золотишко. Где проход? Есть что полезное еще? Видимо, нет. Так, ладно. Это все, конечно, хорошо. Но время подошло к завершению серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте ставить колокольчик. Увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока.